Всем привет! Сегодняшнее видео будет на тему электричества. Посмотрел в интернете на очередное супертворение мастера седьмого разряда Сергея Денисова, о его супермагнитной розетке с магнитным щупом на фазу, и решил снять свой небольшой видеоответ. Конечно, создать подобный девайс под силу только настоящим джедаям, а нам, простым падаванам, остается более тривиальное решение. Вот и я сделал несколько лет назад вот такую выносную розетку. Правда, я не стал ставить супермагниты на щупы, потому как не было у меня таких супермагнитов. Да и шины в электрощитах мне сплошь и рядом попадаются медные или алюминиевые, а винты спрятаны настолько глубоко, что к ним примагнититься невозможно. Поэтому я взял обычные крокодилы с радиорынка, взял пару кусков провода, взял розетку от какого-то советского прибора, термоусадку, спаял это все вместе, замотал скотчем. И теперь имею возможность подключить свою переноску. Кстати, сделанную из простого шнура от электробритвы. Лампочки на 15 ватт от холодильника, патрона и прищепки со строительного рынка. И вот такое вот видео на сегодня. Всем спасибо за внимание, а Сергею Александровичу спасибо за тему. Всем пока!